Почему именно я взбираюсь, я чуть позже расскажу. Бомбическое озеро. Нет комментариев. Забраться вот на такую гору из камней. Почему именно я взбираюсь, я чуть позже расскажу, когда взберусь и посмотрю, что там все-таки будет. Садимся на машину, едем. В общем, сейчас я спускаюсь, я уже вижу, как дорога это ведет и приведет нас к горам, то есть сюда меня приведет, поэтому скоро вы увидите. В общем, на этой вершине нас ждет офигенное горное озеро. И мы сейчас поедем. Бомбическое озеро с прекраснейшими видами. Вода такая красивая, что хочется прямо ее вот в ней искупаться, попить даже. Не знаю, вот у меня вот такое желание возникает. Какое огромнейшее. А еще здесь ловят рыбу. Я смотрю по удочкам. Я вот не знаю, для чего эти насосные станции. То ли для системы полива, то ли это вода может какая. Ну, озеро же пресная вода. Для чего-то же используют ее. Просто... Нет комментариев. Это как, знаешь, вот это вода, говорит, Мальдивы, и вот такая вода такого цвета. Вода небесно-голубая, она такая здесь. Место какое-то такое прям. К сожалению, проезд сюда закрыт шлагбаумом. То есть можно было бы на машине поколесить вот по этим дорожкам, по этому серпантину и объехать озеро. Потому что вдали виднеются беседки. Раз беседка вижу. Два беседка, и дальше идут беседки. И там реально классные места. Судя по домикам, не такие, не же и старые. Может быть, там, может быть, до 5 лет. И вот буквально, может, было 3 назад, когда еще не было этого локдауна, всех этих карантинов, вот сюда приезжали люди. Я так понимаю, много людей приезжало, чтобы полюбоваться вот этими красотами. Туалет, который полностью загажен птичками. К сожалению, мы не совсем подготовились. Не взяли для детей какие-то нормальные платки, либо шапки, чтобы укрыться от солнца. Вот, оно сейчас светит, просто печет. Поэтому вот такая прогулка вот в ту сторону, да, где находятся беседки, ну, для детей будет не совсем комфортной. Думаю, выберем для вот такого путешествия, и чтобы вам показать как можно больше красот, да, этого озера в другое время. И обязательно покажем, что тут мы увидим. В общем, мы уже едем дальше в Гюзельюрт, как и планировали. Немножко ты посмотрели. Ты сейчас на какахе настанешь. Любите какаха. Тут это, их очень много. Ладно. А вон еще тоже. Приехали мы с смотрового места. Тут, кстати, любят фотографироваться. Давай, сфоткаю тебя. Хочешь?
еще тут нашли, сделали классную точку для бизнеса. Продают тут сухофрукты, разные сладости. Видимо, поток клиентов довольно, ну, вернее, посетителей вот этого места, да, с красивым озером, довольно большой. Ну что, вкусно? Реально прекрасное место. И для торговли? Есть. Вика, сколько? Вика, сколько?